ТОП 40 лайфхаков для Mercedes W203. После выключения двигателя вы можете использовать остаточное тепло двигателя для обогрева салона, но не более 30 минут. Как проверить уровень масла в двигателе? Нажимаем 3 раза кнопку сброса. Блокировка замков задних дверей. Давление в шинах. Регулировка яркости освещения приборов. Поверните кнопку сброса налево или направо. Правый и левый парковочный фонарь. Замена батареи. Диагностический разъем. Сброс суточного километража. Нажимаем и держим кнопку сброса. Нажимаем кнопку сброса 3 раза. Вход в скрытый сервисный меню.
Что делать, если дворники замерзают зимой? Если дверь остается открытой, внутреннее освещение выключается примерно через 5 минут. Кнопка блокировки задних стекол. Как правильно закрыть капот автомобиля? Можно заводить автомобиль в положении N. Все ссылки на товары из видео я оставлю в описании.
Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи на дорогах!